апостолам весь Спаситель ходил по воде, и Андрей доставал с воды пескари, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, поднимися, солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде со мной.